And God has a perfect spiritual nature. И у Бога есть, Бог обладает совершенной духовной природой. Because it says in Genesis, God created man in His image. Так как сказано в Бытие, что Бог создал человека по своему образу. But we are subject to the imperfect fleshly nature. И также мы подчиняемся или как бы являемся предметом, объектом несовершенной плотской природы. And the world we live in is an unredeemed world. И мир, в котором мы живем, он не избавлен, не искуплен. And because it's an unredeemed world, we have a lot of problems. Поскольку этот мир еще не искуплен, у нас множество проблем. So Isaiah, we see moral depravity, political corruption, social injustice, and idolatry. И в книге Исаии мы видим моральное разложение, политическую коррупцию, социальную несправедливость и духовное идолопоклонство. But because God is loving and merciful, He wants to bring us back to relationship with Him. И поскольку Бог любящий и милостивый, Он хочет возвратить нас снова к взаимоотношениям с Ним. И это ключевая тема в книге Исаии, наши взаимоотношения с Богом. And throughout Isaiah, we see God talking about a remnant people that will stay in relationship with Him. И во всей книге Исаии мы видим, как Бог говорит об остатке народа, остатке из народа, у которого есть отношения с Богом. But in order to stay in relationship with God, we have to be made holy. И чтобы сохранять взаимоотношения с Богом, нам нужно достигать святости. And God wants to create testimonies in us. И Бог хочет, чтобы мы стали свидетельством. So after He chastens us and corrects us, then He blesses us. После того, как Он нас исправил и наказал, Он благословляет нас. Because He wants to bring us to a renewed relationship. И хочет Он нас привести к обновленным отношениям. But the key thing is, в чем же ключевой момент? He wants to bring us from a casual, passive relationship into an active engagement with Him. Он хочет нас перевести от пассивных и таких обыденных отношений к более активным и действующим отношениям. I think most people don't understand that. И большинство людей не понимают этого. They have a very passive outlook on God. Их взгляд на Бога очень пассивен. But through Isaiah we see more active engagement with God. И в книге Исаии мы видим эти активные взаимоотношения с Богом. So through Isaiah we see God continuously trying to get us to participate more with Him. И поэтому в книге Исаии мы видим, что Бог постоянно пытается нас привлечь к более активным отношениям с Ним. So we see God always coming after us. И мы видим всегда, что Бог всегда нас ищет. So He wants to bring us into a renewed place with Him. И Он хочет нас привести в место обновления наших отношений. He wants to bring us to a place of trusting Him. Место доверия Ему. And after we trust Him more, then we could be at rest with Him. И когда мы Ему доверяем, тогда мы можем быть в покое вместе с Ним. And He wants us to also walk in wisdom and knowledge. Также Он хочет, чтобы у нас была мудрость и знание. But He doesn't want us to walk as religious robots. Также Он не хочет, чтобы мы жили как религиозные роботы. But have an active relationship with Him. Но чтобы у нас были активные отношения с Ним. And this whole process brings glory to God. И весь этот процесс приносит славу Богу. Because through God's process, He brings change in us. Потому что в этом процессе в нас происходят перемены. And so that change glorifies Him. И эти перемены прославляют Его. So we see here specific missions in Isaiah. И поэтому в книге Исаии мы снова видим специфические миссии. One thing we see is God glorifies Himself by continuously creating new things. То, что Бог прославляет Свое имя тем, что постоянно творит что-то новое. So as God creates new things, He wants our active participation. И когда Бог творит что-то новое, Он хочет нашего активного участия. And He wants to see us brought into redemption. Он хочет, чтобы мы были избавлены, искуплены.
И чтобы у нас были более активные отношения с Ним. Как евреи, так и язычника. Потому что Бог хочет единства со своим народом. И мы видим, что это этот единый народ Бог называет Сион. И мы видим, что Сион — это как место, так и народ Божий. Some people refer to Zion as the land of Israel. Некоторые говорят о Сионе как о израильской земле. Zion is more than just Israel, it's the place of God's presence. Но Сион это больше, чем просто место, это место Божьего присутствия. So here, this is Zion. Поэтому вот Сион. Это Сион. Zion is also God refers to the people of Zion. Также Бог говорит о народе Сиона. So how does God bring all of this work? He brings it through Messiah. Как же Бог совершает всю эту работу? Он совершает это через Мессию. And through the Holy Spirit working inside us. И благодаря Духу Святому, который действует в нас. So what we see throughout the book of Isaiah. И то, что мы видим во всей книге Исаии. Is the character of Messiah. Это характер Мессии. And so we see not only prophecies of Messiah. И мы видим не только пророчества Мессии. But we see the character of Messiah. Но также мы видим, какой же характер у Мессии в книге Исаии. Okay. So now we're on C, benefiting from a prophetic kingdom view. И затем мы переходим к следующему разделу преимущества пророческого понимания царства. So what we see in Isaiah, we see it begins and ends with a core mission of God. Мы видим, что книга Исаия начинается и заканчивается ключевой миссией Бога. One thing I like about how God tells stories. Мне нравится, как Бог рассказывает истории. He tells us the beginning and the end. Он говорит нам начало и конец. And there's a lot of gaps in between. А такое еще множество пробелов посередине есть. So first we look in Isaiah 1:27. Поэтому Исаия 1:27. And God speaks about His mission of redemption. Где Бог говорит о своей миссии искупления. Says God shall be Zion shall be redeemed with justice. Сион спасется правосудием. And her penitence with righteousness. И обратившиеся сыны его правдою. So in other words, God's mission is centered around redemption. То есть миссия Бога вращается вокруг избавления. And He has to bring people through repentance. И он должен привести народ через покаяние. So that He extends His mercy and His grace. Чтобы проявить свою милость и свою благодать. And those that benefit are those that receive His mercy and grace. И те только получат преимущество, которые принимают Его милость и Его благодать. And we turn to His righteousness. И когда мы обращаемся к Его праведности, which is found in Messiah. Который можно найти только в Мессии. So in the end of Isaiah, и в конце книги Исаии, we see Isaiah 65:1. Исаия 65:1. He says something interesting. Он говорит что-то интересное. I was sought by those who did not ask for me. Открылся я не вопрошавшим обо мне. And I was found by those that did not seek me. Меня нашли не искавшие меня. A lot of people misinterpret this. Многие люди этот стих неправильно толкуют. See, the Jewish commentators acknowledge that the Jewish people fell short. И еврейские комментаторы признают, что еврейский народ отпал, ушел. So we see that Rashi acknowledges that the children of Israel did not even want to be called by God's name. И даже Раши признает, что израильский народ не хотел даже именоваться именем Его. Another rabbi, Ibn Ezra. Еще один раввин Ибн Эзра. He believes that the people were called by a false god, by Baal. Верит, что народ призвал лже-бог Ваал. And then another rabbi, Радак. Еще один раввин Радак. He explains that it was as if the people were not called by God. Он говорит, что как если бы они не именовались его именем. And so in the Targum, Jonathan says,
И Йонатан в Таргумеш говорит: Here I am to a people that did not pray in my name. Вот я для народа, который не молился во имя мое. So all these commentators see that the people lost sight of God. Поэтому все эти комментаторы согласны с тем, что народ как бы уже не видит Бога, Бог не в фокусе находится. But there's a difference in the way the church views this scripture and how the Jewish people see. И существует разница между тем, как церковь рассматривает этот стих, и еврейский народ рассматривает этот стих. See, most Christians believe that it was a different people that were sought by God. И большинство христиан верят, что Бог начал искать другой народ. They see where it says I was sought by those who did not ask for me, that refers to a different people. И они говорят, что я открылся тем, которые не искали меня, что это был как вообще другой народ. And that's where their replacement theology comes from. И вот откуда появляется теология, теория замещения. But that's not what the scripture says. Но Писание не это вообще говорит. What it really is saying. Но что на самом деле имеется в виду? Is that God will be sought by the people that at that time did not ask for him. Что Бога будут искать, искали в то время те люди, которые как бы, то Бога найдут те люди, которые не вопрошали о нем в то время. And that he will be found by a people that at first did not seek him. И что его найдут те люди, которые вначале не искали его. So, and this is Paul quoted this scripture in Romans 10:20. И также Павел цитирует этот стих в Римлянам 10:20. And Paul was not saying that it was a new people that found God. И Павел совсем не говорил, что новый народ нашел Бога. Paul understood the truth that the Jewish people missed Messiah. И Павел понимал истину, что еврейский народ упустил Мессию. And that was because they did not understand trusting him by faith. Это все из-за того, что они не понимали, что значит вера и доверие Богу. They thought that you have to earn righteousness by works. И думали, что необходимо заработать праведность делами. And works basically makes people feel good. It's pride. И что в основном делают дела, производят гордость, поскольку вы себя хорошо чувствуете. So they misinterpreted the law of Moses. И потому они неправильно истолковали закон Моисея. The law of Moses was not just about doing works. И закон Моисеев не только говорит о делах. The law of Moses was about having a faith in God. Но закон Моисея о том, как верить Богу. And it was about having a faith that is a covenant faith. И как верить так, чтобы эта вера была верой завета. And truly, God's righteousness is found in His nature, which is Messiah. И на самом деле праведность можно найти в Боге и в Боге Мессии. So therefore, all who come to know Messiah and His nature. И поэтому все, кто познает Мессию и его природу. Are able to accept the fullness of his redemption. Смогут также принять и полноту его искупления. And are also able to understand his way of faith. И также смогут понять, как верить его способом. And his way of trusting in God. И как доверять ему. And that way of faith is called shalom. И этот способ веры называется шалом. And that way has been lost, but that way God wants us to find. Этот способ был утерян, но снова Бог хочет, чтобы мы нашли его. And we find it in Messiah. И мы находим его в Мессии. Okay. So God's ways are found by people who have humble hearts and are repentant. Поэтому Божьи пути находят люди, те, которые смиренные сердцем и с покаянным сердцем. And by embracing the revelation of His word. И когда мы принимаем откровение из Его слова. And so it's important to understand Isaiah 59:20. И поэтому очень важно понимать Исаия 59:20. Where it says the Redeemer will come to Zion. Где говорится, что избавитель придет на Сион.
And those who turn from transgression in Jacob. И которые обратятся от преступления Иакова. And it's very important that God says what His covenant is all about right here. Обратившихся от нечестия, говорит Господь. Очень важно понимать, что Бог говорит здесь о завете. I love how He says, "As for me," says the Lord. И мне нравится, что Бог говорит. This is my covenant with them. Говорит Господь. И вот завет мой с ними. Right. My spirit who is upon you. Дух мой, который на тебе. And my words which I've put in your mouth. И слова мои, которые вложил я в уста твои. They shall not depart from you. Не отступят от уст твоих. So it's understand it's his word and his spirit together. Поэтому важно понимать, что это его слова и его дух вместе. By understanding His Word and His Spirit gives us a deeper knowledge of His Word. И когда мы понимаем Его слова, и когда мы понимаем Его дух, то мы более глубоко будем понимать Его. And that deeper knowledge enables us to walk with the Lord in a very real way. И это глубокое понимание Господа станет причиной того, что мы будем по-другому жить с Богом. There's something important about the knowledge of God. Есть что-то очень важное в познании Бога. It doesn't just come from mental attainment or intellectual attainment. Оно не приходит только просто из каких-то интеллектуальных поисков. God's knowledge comes from understanding in the heart. Познание о Боге приходит из понимания сердца. Which means we have to have an open heart before God. Что значит, что наше сердце должно быть открыто перед Богом. And a soft heart. И оно должно быть мягким. And that's what it takes to be a child of faith. И вот что значит быть ребенком веры, детем веры. And that's what Yeshua was talking about when he said we have to enter the kingdom like children. И когда Иешуа говорил, что нужно войти в царство как дети, подобно детям. Unfortunately, the rabbis in many ways had hard hearts. К сожалению, у многих раввинов ожесточённые сердца. But not just the rabbis. Но не только у раввинов. We as a people have been oppressed and persecuted for centuries. Что мы нас как народ преследовали в течение многих столетий. And that oppression and that persecution creates a hardened heart. И это преследование и угнетение создает это ожесточение в сердце. We know very well, even the history here in Odessa is a history of persecution. И мы также знаем очень хорошо, что даже история в Одессе — это история преследований и гонений. So those of us who God has given grace and a soft heart need to help those who still have a hardened heart. И поэтому тем из нас, которым Бог дал благодать и мягкое сердце, нужно помочь тем, у которых сердце ожесточено. And we have to pray for open vision. И нам нужно молиться об открытом видении. And it's through open vision that we gain revelation of God. Открытое видение, когда мы получаем откровение от Бога. Okay, so we're now going to talk about interpreting prophetic scripture. Теперь мы перейдем к тому, как интерпретировать пророческое писание. And how we understand the nature of prophecy. Как понимать природу пророчества? So, one of the reasons why people don't understand prophetic scripture. Одна из причин, по которой люди не понимают пророческое писание. Is because the prophets often transitioned from second to third person. Поскольку очень часто пророки переходят то от второго лица к третьему лицу. Sometimes they talked about the past, sometimes the present, and sometimes the future. Иногда говорят о прошлом, иногда о настоящем и будущем. And this sense of talking about something happening in the future as if it's already happened in the past. То есть говорят они о будущем, но так, как будто это уже было в прошлом. We call it a prophetic past. И мы это называем пророческое прошлое. Because God predicts something in a way in His mind it's already happened. Поскольку Бог что-то пророчествует, и в своем уме Он уже знает, что это произошло. Because we have to understand when God says something as if He's already
done it in the past, even though it's going to be done in the future. И следует понимать, что Бог говорит о чем-то так, как будто это уже произошло в будущем, хотя этого еще не было. So we need to have a flexible, soft heart in interpreting prophetic scripture. И наше сердце должно быть мягким и податливым в том, чтобы толковать пророческое писание. See, we live in a physical world. Мы живем в физическом мире, материальном. We see things in a linear way, one thing after another. Мы видим все линейно, одно за другим, одно за другим. God doesn't see it that way. А Бог не так смотрит. God is not limited to time and space. Он не ограничен временем и пространством. So God reveals prophetic ways, prophetic things in a snapshot. И поэтому Бог дает пророческие откровения как бы моментов. In other words, it's not a train of sequential thought. Поскольку он не дает такую последовательность мыслей. So it requires discernment and prayer. И для этого нужна молитва и развлечение. And it requires the Holy Spirit giving us interpretation. Также нужен Дух Святой, который даст нам толкование. The way I view prophetic scripture. Как я смотрю на пророческое писание? It's like looking in a telescope. Это похоже на телескоп. Sometimes we see things far away. Иногда мы видим что-то очень далеко. Sometimes we see things close up. А иногда очень близко. We have to be able to adjust. Нам нужно уметь настраивать телескоп. Близко, далеко, близко, далеко. So sometimes we think we see things that are going to happen immediately. Иногда мы смотрим на что-то и думаем, оно сразу же произойдет. Because it's very real in your spirit. Поскольку это очень реально для вас в вашем духе. But in reality, it's further down the road. Но в реальности это еще очень далеко. Another thing that God does is He uses metaphors and allegory. Что еще Бог делает? Он использует метафоры и аллегории. And so God does that because it's like He paints a picture. Это похоже на то, как Бог рисует картину. So we have to be open-minded and not legalistic. Поэтому нужно быть иметь открытый ум и незаконнический. And so if we don't have the Spirit, we cannot understand what God is communicating through prophecy. И если у нас нет духа, то мы не сможем понять, что пытается донести Бог нам через пророчество. See, God also gives us spiritual gifts. Также Бог дает нам духовные дары. And He ordains certain times and seasons. И также Он назначает определенные времена, периоды. So in order to interpret what He's saying, и для того, чтобы истолковать, что же Он говорит, we have to have the gift of the Spirit. Нам нужно иметь, обладать даром Духа. And understand times and seasons. Также понимать времена и периоды. I love how God talks about revealing secrets to His people. Мне очень нравится, как Бог открывает тайны своему народу. God reveals secrets because He is a covenant God and we are His covenant people. Бог открывает тайны, потому что Он Бог Завета, и мы народ Завета. But the thing is, He wants us to discover His secrets. И в чем как бы основная суть, то что Он хочет, чтобы мы раскопали Его тайны. Because He has a cause that He wants to advance. И у Него есть основной мотив, который Он хочет распространить, донести дальше. So we see this throughout these different scriptures. И это мы можем видеть в различных местах Писания. And here in Deuteronomy 29:29. Второзаконие 29:29. Where it says the secret things belong to the Lord our God. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. But those things which are revealed belong to us and our children forever. А открытое нам и сынам нашим до века. That we may do the words of the law. Чтобы мы исполняли все слова закона. And I love in Proverbs 25:2. Мне также нравится притча 25:2. It says it's the glory of the Lord to conceal or to hide a matter. Сказано: слава Божия облекать тайное дело. But it's the glory of kings to search out a matter. А слава царей исследовать дело. So what is he saying if we put ourselves in the place of kings? И поэтому он говорит, если мы помещаем себя в положение царя, царей, it brings us glory to search out God's truth. То это также приносит нам славу, когда мы исследуем истину Бога.
And I love in Psalm 25:14. Также мне нравится Псалом 24:14. It says the secret of the Lord is with those who fear him. Тайна Господня боящимся его. And he will show them his covenant. И завет свой он открывает им. So God tells us there's a specific condition to understanding his secrets. И Бог говорит, что есть определённое условие, чтобы понимать его как бы тайны. And that condition is to have the fear of the Lord. Это условие это страх Господен. And then God reveals his secrets. И только после этого он открывает свои тайны. And we see something very interesting in John 16:23. Ещё очень интересно мы видим в Иоанна 16:23. Yeshua tried to explain something here. Иешуа пытался объяснить здесь нечто. He was saying that there are two ways to ask of the Father. Он говорит, что вы можете двумя способами просить у Отца. Because he uses two words in the word ask. Поскольку там используется два слова в слове просить. Спросите. He says, "Most assuredly I say whatever you ask the Father in my name, he will give you." Истинно говорю вам, о чём не попросите Отца во имя моё, даст вам. But he says until now you have not asked anything in my name. Затем он говорит: "До ныне вы ничего не просили во имя моё." He says, "Ask and you will receive that your joy be full." Потом просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. But we're going to see there's two ways to ask. И мы видим, что есть два способа, как мы можем просить. One way that people ask is just to get information. Первый способ, как люди просят, просят для того, чтобы получить какую-то информацию. That is a way of asking, but not really wanting to know the truth. Да, это прошение, но это не с мотивом таким познать истину. There's another way of asking, and that's when you really crave and hunger in your heart to know the truth. Есть второй способ, как вы просите, когда на самом деле у вас внутри есть жажда и огромное желание познать истину. I'm sure you know a lot of people that ask God things. Я уверен, что вы знаете людей, которые просят Бога о чём-то. But they really don't want to know the truth. Но на самом деле истину они не хотят знать. Because they're not ready for the truth. Поскольку они не готовы к истине. Because sometimes the truth hurts. И иногда истина принесёт боль. But God wants us to have the kind of heart that really craves to know the truth. И Бог хочет, чтобы наше сердце на самом деле жаждало познать истину. Okay. So, now we look about some controversies about Isaiah. А теперь мы будем рассматривать некоторые противоречия в Исаии. And one controversy is the issue of authorship. Who wrote Isaiah? Первое противоречие это вопрос авторства. Кто написал книгу Исаии? There are some people, Jew and Gentile, who believe that there were different Isaiahs. Существуют как язычники, так и евреи, которые верят, что было несколько Исаий, то есть несколько авторов. And so this is a controversy. Вот это первое противоречие. In the Talmud it says that the whole recording of Isaiah was under one person, under a group, under Hezekiah. И в Торгуме говорится, что Талмуд. The Talmud. В Талмуде сказано, что Исаия написал несколько авторов. In other words, Isaiah did not write his prophecies because the prophets normally wrote them at the end of, toward the end of their life. Again, say it again. The prophets didn't write down their own prophecies. И пророки не писали свои пророчества. Isaiah was murdered before he could write his prophecies. То есть Исаия был убит до того, как он смог или успел написать свои пророчества. So the scribes that were there during the time of Hezekiah, they recorded Isaiah's prophecies. И то есть приписывают книгу Исаии группе под главой Езекии. И во времена Езекии. Now, unfortunately, there was one rabbi, Ibn Ezra,
And he was the first one that talked about multiple Isaiahs. И, к сожалению, был один раввин Ибн Эзра, и он был первый, который предложил идею нескольких Исаи. And Ibn Ezra was a Jewish scholar from Spain. Он был еврейским ученым из Испании. And he said that the second half of Isaiah. И он говорил, что вторая половина книги Исаи. Were written about contemporary events, so they had to be written by somebody different. Была написана о каких-то современных событиях, поэтому должен был быть другой автор. And it was because he viewed Isaiah from a rational standpoint. И поскольку книгу Исаии он рассматривал с рациональной точки зрения. He didn't understand the nature of prophecy. Он не понимал природу пророчества. So he had to reason and justify in the mind how the second part of Isaiah could have been written. Поэтому в своем уме он размышлял, рассуждал, как же могла бы быть написана вторая часть Исаии. And so during the late 1800s, many of the rabbis began to interpret his interpretation. И во второй половине 19 века многие другие раввины начинают толковать его взгляд. You remember when we talked about modern Jewish thought, a lot of the Jewish thought that we have today came from that period. И как вы помните из курса еврейская мысль, современная еврейская мысль, ее начало было именно в то время, 19-18 века. And so that's why even many Jewish people believe that the second part of Isaiah could have been written by somebody else. И поэтому даже сейчас многие евреи верят, что вторая часть Исаии написана кем-то другим. And so that's why they believe that some of the messianic prophecies are false. И поэтому они верят, что некоторые мессианские пророчества это лжепророчества. But even the Talmud and the traditional rabbis do see one person writing the whole book of Isaiah. Хотя многие раввины, даже Талмуд видят, что одна личность написала Исаию, книгу Исаии. And why do they see different people writing Isaiah? Почему же они думают, что несколько человек написали книгу Исаии? Because as we see, there's a difference in the first part and the second part. Потому что есть некоторая разница между первой частью и второй частью. See, the first 39 chapters have a historical tone, and the second 26 chapters have an emotional tone. Поскольку первые 39 глав имеют исторический тон, а вторая часть это эмоциональная часть. But they don't understand the prophetic nature. И они не понимают природы пророчества. They also the first 39 chapters have a condemning tone. Также они видят, что первые 39 глав они написаны в такой осуждающей форме. And the last 26 chapters have a consoling tone. А следующие 26 глав с таким утешающим тоном. And the first 39 chapters have very simple vocabulary. И в первых 39 главах очень простой язык. And the last 26 chapters have a more extensive vocabulary. А в последних 26 главах более расширенный словарь. So they see these different reasons for justifying why there are two or possibly even three Isaiahs. И поэтому вот такие причины они перечисляют, почему было два Исаи или даже три Исаи. But how many of us respond differently at different times? Но, допустим, возьмем нас самих. Как мы? Какие реакции бывают у нас? Какие различные реакции в различное время? Sometimes we're very serious. Иногда мы очень серьезные. Sometimes we're very emotional. Иногда мы очень эмоциональны. It just depends on the situation. Только все зависит от ситуации. Depends on the content. От содержания зависит все. So it's very easy to understand how the same Isaiah could have written different parts. Поэтому очень легко понять, почему один и тот же Исаия мог написать различные части. What I see is Isaiah was responding to the heart of God. То, что я вижу, Исаия просто откликался на сердце Бога. Sometimes God was very harsh. Иногда Бог был очень жесткий. Sometimes God expressed a lot of emotion. Иногда Бог выражает очень много эмоций. So
we see that there is more support, however, for a single author of Isaiah. И я нахожу даже больше доказательств тому, что был один автор. First of all the prophetic books maintain consistency in preserving the work. Поскольку мы видим, что во всех пророческих книгах есть вот последовательность определенная и логичность. And also the Dead Sea Scrolls have Isaiah 40 verse 1 beginning on the last line of the column on the same page as 38:9-39:8. 40 again 4. Right, Isaiah 40 starts on the same page as 38 and 39. Because I wrote it not the way. Потому что также в свитках Мёртвого моря там можно найти отрывки. Конец 40 главы и конец 39 and 40. Correct. Конец 39 главы и начало 40 главы. In other words, people that view two different Isaiahs. И те люди, которые думают, что было два Исаии. They believe that up to 39 is one book and after 40 is another writer. То есть они думают, до 39 главы идет один автор, а после 39 главы следующий автор. Но в свитках Мертвого моря это было соединено. But the Dead Sea Scrolls show the same writer ended on, you know, the same page and started Isaiah 40 on the same page. То есть в свитках Мертвого моря видно, что соединение этих двух глав идет. Один человек написал 39-ю, 40-ю главы. Also, the evidence that they have from Babylon does not show multiple Isaiahs. Также еще доказательства из Вавилона говорят о том, что не было несколько Исаиев. And so the Talmud and also Josephus maintain single author. Также историк Иосиф Флавий придерживается того мнения, что был один автор этой книги. And also the writers of the New Testament quote all of Isaiah as if it's one book. Также все авторы Нового Завета ссылаются на Исаию как на одну целостную книгу. And what we're going to see as we look at the different themes of Isaiah. Также мы увидим из различных тем в Исаии. Is that from the beginning to the end there's consistency in the themes. Что от начала до конца существует логичность, последовательность всех тем. Okay. So the first thing that we're going to do is talk about the structure of Isaiah. In section 3 here. Что мы первое будем делать? Мы поговорим о структуре книги. We're going to talk about how God works His purposes and His processes through waves. Как Бог осуществляет свои процессы и свои цели в этих пророческих волнах. And through those waves, we see a progressive way that God develops prophecy. И через эти волны мы видим одну прогрессивную волну, как Бог говорит пророчески. And God does that for an important reason. И Бог делает это по одной очень важной причине. He wants us to be able to receive and digest in our heart the things that He speaks to us. Он хочет, чтобы мы приняли и чтобы переварили в своем сердце Его слова. So He develops these waves, so we take in a little bit of information. И Он развивает все эти волны, чтобы мы взяли немножко информации. And then we have time to process. А затем у нас будет время это все переработать. He also prepares us for the next wave. Также он нас подготавливает к следующей волне. We can only receive so much. Поскольку мы не сможем больше принять, это только вот определенное количество. And then he wants to prepare us for more. Затем он хочет, чтобы мы готовились к следующей волне. He's always teaching us. И он всегда учит нас. And he's always preparing us for something new. И всегда он готовит нас к чему-то новому. It also gives God an opportunity to watch our heart. Также предоставляется Богу возможность наблюдать за нашим сердцем. He wants to see how we respond to what he shows us. Он хочет посмотреть на нашу реакцию того, что мы увидели, ну то, что он нам показал. Because he can't reveal more to us until he sees we understand what he does teach us. И больше он нам не откроет, если не поймет, что мы поняли и приняли то, чему он нас учил.
And he can't advance the work in our life until we are ready to receive the next step. И он не сможет продвигать свое дело в нашей жизни, свою работу в нас до тех пор, пока мы как бы не завершили с прежним. See, it's our nature to want him to do something new and to do it quickly. И поскольку наша природа такова, что мы хотим делать, чтобы он делал что-то новое, чтобы он это делал мгновенно. But he wants to work a deeper message in our heart. Но все же он хочет более глубокого, больше глубины в нашем сердце. So this way, the sense he gives us is we take three steps forward and two steps backward. И в таком плане что получается? Мы делаем три шага вперед и два шага назад. So sometimes people will condemn us. Иногда люди осуждают нас. And maybe they'll think you're falling backwards. Иногда они могут думать, что вы назад куда-то откатились. But that's God's way of working something in our heart. Но это способ Божий, как он работает в нашем сердце. So he does something new and he takes us forward. Он делает что-то новое, продвигает нас вперед. And then we take a step or two backward. Затем два шага назад делаем. As long as we're always taking at least one step further forward, we're okay. И только в том случае, если мы всегда будем делать на шаг больше вперед, тогда с нами все будет в порядке. Только тогда у нас возникают проблемы, если вперед мы будем делать меньше шагов, чем назад.